сегодня внизу я оставил комментарий. Вот здесь в этом комментарии я написал мои рекомендации по рассеянному склерозу. Увеличивать потребление соли, картофель пить натощак, козье молоко. Так вот, там я забыл написать еще вот что. Очень хорошо при рассеянном склерозе проводить ингаляции с козьим молоком. Делается, покупается ингалятор, разводится молоко в пропорции 1 столовая ложка на стакан воды, наливается в ингалятор и делаются ингаляции с козьим молоком. В козьем молоке находится вещество козеин и вещество, которое называется куэнзим Q10. Данные вещества и одно и другое являются мощными нейромедиаторами, которые помогают нашему мозгу справляться с тромбозами, справляться с демиелинизацией, справляться с жидкостью, переизбытком ликвора и так далее. И убирает инфекции при менингите, при перенесенных вирусных заболеваниях, при заболеваниях склероз мозга, при старческом склерозе. Я рекомендую выполнять вот такие рекомендации и делать ингаляции с козьим молоком. Делается это один раз в день в вечернее время, делается даже в позднее время лучше, прям перед самым сном. Делается от 5 до 10 минут, делается каждый день 10-дневным периодом. Потом 5-6 дней перерыв, еще один период делается. Таких периодов должно быть 4-5. То есть где-то за 3 месяца нужно провести вот таких 5 периодов. Это заметно улучшает состояние, вначале ухудшает. Несколько недель как бы ухудшается зрение, там, мочеиспускание, тело твердое и так далее, а потом плавно начинает улучшаться. Далее, ну конечно же, рассеянный склероз формируется очень долго. Это заболевание, которое формируется годами, это может быть голодание, перенесенные вирусы, реакция организма на стрессы и так далее. Ну и лечение данного заболевания, оно не может быть категорическим и восхитительно быстрым, но оно возможно. Те программы и то, что я поставил в вас, это непременно на протяжении нескольких месяцев улучшит ваше состояние и дальше на протяжении года будет дополнительно вам помогать. Но сейчас, когда я работаю с вами, может появиться ощущение, что вам не лучше, а хуже. И поверьте мне, это правильно. То есть ощущение там до начала курса было, как будто вам легче. Сейчас как будто вам хуже. Не обращайте на это никакого внимания. Я вас додавлю, домучаю. Но когда в последний день, это будет в пятницу уже вечером, а в субботу проведем обряд выполнения нашего желания, я отвечу на вопросы основные, которые вы мне будете задавать. И когда я отключусь, и это произойдет уже в пятницу от вас, и эту программу запущу, то вы увидите, насколько вам будет лучше. Вы увидите, насколько вам будет реально легче. Просто сможете это уже до субботы, воскресенья, понедельника все ощутить. Также хочу вам сказать, ну конечно же, сейчас у вас есть обострение, там все равно рука болит, все равно нога болит, все равно мне плохо, все равно еще что-то. Хочу тоже сказать, в тот момент, когда я отключу, вы на самом деле еще лечение не получили. Мы работаем над тем, чтобы создать вот эти программы. Сама программа, она в вас будет внедрена в самый последний день. И вот с этого момента начнется то, что мы делали на протяжении этого 10-дневного периода. Накручивали мантры и так далее. Сразу же хотелось сказать, ну вот, допустим, вы задаете иногда вопросы и говорите, как я занимаюсь целительством и что я делаю. Я могу вам сказать,